Всем привет! Короче, у меня сегодня куча уборки, и я уже проголодалась, патчи высохли уже. И я буду кушать! Я уже кушаю, смотрю фильм «Парни со стволами». Кто смотрел, кстати, расскажите, как вам понравился, нет, потому что и я пока так в замешательстве. Пару моментов, конечно, мне там понравилось. Погоня вот эта вот, когда они там оружие сами перевозили. Но в целом фильм построен больше на пафосе, наверное. Такие четкие, бравые ребята. Но они не тянут на таких парней. Хотя, может быть, это и была задумка, в принципе, самих режиссеров, постановщиков, чтобы из каких-то лохов сделать таких четких парней. Ну, если так, то у них это вышло. Ой, у меня грядут изменения и с фоном, и елку убрать нужно. Но я не сейчас буду убирать, а 1 февраля. Хочу, чтобы она достояла до конца, потому что она дарит настроение. И я пока еще не хочу с ним прощаться, с этим настроением, именно новогодним. Скоро у нас 14 февраля. Я вот готовлюсь к нему, покупаю всякие украшалки. Так, по минимуму, потому что, блин, честно, ненавижу всякие вот эти штуки, которые мешают, которые висят. Поэтому у меня здесь такой бардак. Нужно разобрать гирлянду, буду я ее прятать или нет. Короче, ой, еще собираюсь снять видео, задумок много. Надеюсь, все видео, которые я запланировала, вам они понравятся. И да, не стесняйтесь, оставляйте свои какие-то отзывы, там, что понравилось, что не понравилось. Что-то приму к сведению, на что-то вообще не обращу внимания, сразу говорю. А если это что-то обидное, так ждите от меня того же самого. Шучу. Наконец-то я, короче, уже доубирала, достирала. Ах, привела в порядок цветы. Наконец-то полила их. Потому что я забываю. Для меня вот самый идеальный цветок — это кактус. Мне много комнатных цветов нравится. Они рано или поздно умирают. И, блин, мне их жалко. Я привела в порядок вот этот цветок. На нем было много цветов. И все эти цветы завяли. И, соответственно, сухие вот эти вот цветочки остались. Нужно было что-нибудь с ним сделать. Обстригла. Поубирала все сухое. И им добавила земли. Потому что та земля усохла. И нужно еще его полить. Не забыть. Возьму водичку полить. И поливаю я не водой из-под крана, а именно вот такой бутылированной водичкой. Текс. И вот. Да, кстати, выбрасываю вот такую вот штуку, потому что она разбрызгивает одной струей все, не именно орошает как-то или рассеивает как-то, а именно одной прямой струей. Цветы просто убивает. И видите, она вся гнется, воздух, получается, из себя выпускает или впитывает его, не знаю. В общем, конструкция убогая, честно. Это я приобретала в фикс-прайсе, так что... У нас сегодня вообще плюсовая температура, наверное. Очень все тает, и на улице тепло. Я в парке вышла в осенне-весенний, и не холодно, весна. Я тут наводила порядок со своей косметикой и изрисовала себе все, просто все руки. Из всего, что у меня есть, я, короче, выбрасываю. Даже не выбрасываю, а у меня есть подружка, которой я это все отдам. Здесь, в принципе, нормальные такие средства, которыми можно пользоваться. Вот, допустим, карандаши там Флормар для губ. Я ими пользовалась раньше, мне они нравились и нравятся сейчас. У меня просто подобные оттенки есть либо в помадах, либо в карандашах. Дублирующие мне не нужны, я лучше отдам. А еще вот для губ... Такой бежевый, он сливается вообще с моей кожи, поэтому нет, не нравится мне. И для глаз, вот такой синий тоже от Avon, у меня есть получше карандаш в плане цвета, мне этот цвет не очень нравится. И вот этот вот для бровей карандаш от Maybelline, я им все равно пользоваться не буду, а так подружка, может быть, попробует. Помада Буржуа знаменитая, матовая, вельветовая даже, у меня есть аналог. Жалко было, конечно, лучше пусть, конечно, кто-нибудь другой пользуется, чем она будет у меня валяться и протухнет. Помада мини от Avon, вот в таком
красивом оттенке. Она еле-еле видна на губах. И я присмотрелась, что цвет мне этот не очень нравится на мне. Вот такая помада от Avon. Она мне очень нравилась, я ее обожала. Она такая пыльная, красивый оттенок такой. Но у меня есть подобный оттенок в карандаше. Так, и еще одна помада от Avon, такая нюдовая. Это вот аналог этого карандаша Avon-овского. Тоже сливается с губами моими, вернее, с кожей сливается. Мне этот эффект не очень нравится, поэтому... Еще перебирала тени свои. Две палетки Муа и Эльф одна. Они уже старые, им, я не знаю, лет 5, наверное. Но я их оставлю, потому что здесь есть некоторые оттенки, которыми я пользуюсь иногда. Я тенями вообще редко пользуюсь в последнее время. Не знаю, в последние года 2. Но иногда бывает. Для видео там бывает, захочется что-нибудь. Эти палетки, кстати, слезали с косметики Sleek, так что они, в принципе, похожи. Но качество, я так подозреваю, не такое. Они замыляются, они в грязь растушевываются, вот, допустим, вот такие. Вы различите здесь вот из темных оттенков, кто есть кто. Пока побудут у меня такие палетки, тем более, что я не особо-то и крашу с тенями, а потом что-нибудь хочу прикупить себе такое нормальное. Продолжается эпопея. Иду в бассейн отдавать справки. Все-таки разрешат мне там заниматься, дадут мне пропуск или нет. Сейчас узнаю. Сегодня минус 4, а я оделась... Как на Северный полюс. Мне даже так жарковато. Медпункт, по-моему, до часу работает. Поэтому даже не знаю, успею или нет. Я еще иду как черепаха. Я опаздываю, а мне бы только белок снимать. Ну, наконец-то. Теперь осталось дело за малым. Боже, как дует ветер сильно. Зайду еще в фикс прайс. Блин, лучше бы я туда не заходила, в этот фикс прайс, блин. Потратила деньги. Там столько всего интересного. О, приду домой, сейчас покажу, что я там купила. Я купила вот такую вот штучку. Это магнитная такая доска на холодильник с мелками. Потом взяла вот такие вот прищепки с сердечками. Для декорации просто. Для фона гирлянду такую докупила. И взяла клеенку вот такую. Праздничную буду использовать, я думаю. Ну и пакеты тоже мусорные взяла. И это все. Но на самом деле там очень много всего. И я не знаю, как я удержалась, чтобы не потратить больше. Я нахапала больше, только половину выложила перед кассой. Все такое прикольное, интересное. Ну блин, я понимаю, что... Это на один раз, это на один праздник, тем более мы его особо не празднуем, но просто для настроения украсить квартиру.